хочеться, знаєте, сказати, от у нас сьогодні зранку були одні чоловіки, от приходили, вітали, ми розбиралися, яка ж вона ідеальна жінка, але от зараз у нас тут сидить чарівна дівчина, яка прийшла теж розказати, поділитися порадами і розбавити, я думаю, такий чоловічий колектив наш сьогоднішній. Так, Олена Кравченко, дизайнер, завітала до нас сьогодні до студії, вітаємо зі святом теж. Бажаємо завжди залишатись такою позитивною, гарною. І от, знаєте, теж зранку важко зібратися, а Олена зібралася і прийшла. Доброго ранку. Було важко. Доброго ранку. Чарівна, тендітна, я бажаю вам кохання, наснаги, завжди гарного настрою, позитивних новин. Ви молодець, ви дуже талановита, тому сьогодні будемо з вами говорити про жінок в моді. От ми вже говорили про жінок в спорті, про жінок в науці, а хочеться мода. Тому що завжди жінка хоче виглядати привабливою, гарною. І ти, знаєте, крок за кроком за модою. І от ми будемо розбиратися, чи варто цьому наслідувати, чи маємо ми бути модними, чи мати свій стиль. Оце ж про це все будемо говорити з вами далі. І перше запитання, воно таке загальне і логічне. От мода очима чоловіка і жінки. Тому що давайте будемо відвертими, одягаємося ми для чоловіків. Хочемо подобатися їм, але інколи вони не розуміють дещо нашу моду і кажуть, знаєш, Люба, краще б ти одягнула джинси, і ми б з тобою пішли прогулялися, ніж ти там велюри, прикраси, бархат і так далі. От давайте зараз розберемося в цьому запитанні. Давайте, так, кстати, очень интересный вопрос, потому что как раз-таки это правда, что мужчина и женщина совершенно по-разному видят модную одежду и, в общем-то, одежду. Угу. Я как-то читала опросы, проведенные у мужчин от 17 до 50 лет, и они говорили о том, вот, как они видят разную одежду на женщинах. И, например, юбки. Если это мини-юбка, то да. Если подлиннее, то уже не очень. Если на ней разрез, окей. Если это какие-то колготы, то если это любые прозрачные, то да, окей. Опять же, женщина, она дальше идет, она в цвета уходит. Какие-то. Да. Если мужчина видит какие-то сумасшедшие цвета, то, скорее всего, ему это не понравится. Угу. Вот. Потом по поводу брюк. Брюки, скорее всего, нет. Если они обтягивающие, то да. Понятное дело, которые показывают красивую фигуру. Если это платье, то опять же оно обтягивающее и вот здесь вот возможно вызывающие цвета, то есть они довольно примитивном виде видят все это, они не особо видят вышивку, которую мы очень часто выбираем, ой, смотрите, какая кофточка, на ней красивая вышивка, то есть мужчина на ней интересно, вот. Нонсенс. Вот так вот. То есть мы видим детально, они видят в общем. И, как правило, они в одежде видят женщину. Хотя мы очень часто пытаемся эту женщину прикрыть одеждой, как-то пытаться там завуалировать. Но, в общем, если мы подчеркиваем фигуру, если у нас фигура красивая, или, возможно, какие-то недостатки, но есть красивые формы, и мы их подчеркиваем, то мужчина это заметит, и он это оценит. Вот так это происходит. Ну, от, да, будемо ще розбиратися одразу. Для вас запитання від телеглядачів. Так, все ж таки, що варто одягати? Що більше подобається чоловікам? Коли ми в сукнях, чи в спідницях, чи коли в брюках і джинсах? Начебто там більш форми, так? Сукні і спідниці. Все ж таки. Сукні і спідниці, якщо це брюки, то це повинні бути обтягуючі брюки, які показують жінські форми. І каблук. Вот мужчины очень любят шпильку. Угу. Женщины ее тоже любят, но не любят носить. Да, но очень любят. Это вот опрос мужчин, то есть, ну, как бы все довольно примитивно. В принципе, я, конечно, извиняюсь, но у мужчин довольно все примитивно в этом плане. Это мы там чего-то там выдумываем. Ну, мы не берем, конечно, мужчин, которые создают моду, ну, тех же дизайнеров. Да. Мы просто берем обычного мужчину, потребителя, скажем так. Угу. Тобто я вас зараз правильно зрозуміла, не треба нічого вигадувати, надягати на себе, да, безліч там якихось кольорів, тут кардіганчик, тут блузочку, і я буду така, на мені буде багато чого, не потрібно цього робити? Ні, ні, елегантний, женственний стиль, і цього абсолютно достатньо. Вот, ну, понятно, там, блеск в глазах, вот это все женское должно присутствовать, и все. И вот не варто выбивать від чоловіка, ну, скажи, що нового ты в мені побачиш, в чому я зараз одягнута. Да, как правило, они же не видят даже там изменения в прическе, в цвете волос, да, какие-то там тонирования, не дай бог, если где-то произошли, то это никто не увидит. Слушайте, ну, це ж, зрештою, тоді не означає, що ми маємо ходити з одним кольором волосся. Нет, а зачем мы это делаем? Вот хочу сказать. Вот, а зачем мы это делаем, если мы одеваемся в принципе для мужчин, то
разодеваемся и распуфыриваемся мы для женщин. Вот так, ага, мы вышли. Ну, нас же много, и да, надо выделяться. Это обычный вот природный такой вот отбор, что ли, когда мужчина выбирает женщину, он ее должен выбрать из кучи. Поэтому мы пытаемся вот как-то выделиться. Ну, угу, вдіваю, там якусь блузочку там з вишивкою, або там якийсь поєдок. А він даже не заметил. Він не помітить, але ти виділятися. Ну, розстегнули ми на этой блузочке чуть-чуть пуговичку, і он это уже заметил. І ти вже не помічаєш. Да, вот і все. Слухайте, а може у вас є кілька правил стилю, якими ви можете поділитися? От дати поради нашим жіночкам. От сьогодні, може, хтось на свято хоче одягнутися гарно, якась романтична вечеря з чоловіком буде. От ваші поради від как дизайнер по стилю для наших женщин? Ну, во-первых, да, это, конечно же, не модные какие-то законы там или модные порады. Это совершенно обычный эстетичный вид. То есть, опять же, не перебарщивать в цветах. Это может быть, вот как у вас сейчас, яркие платья. То есть вы уже сразу же выделяетесь. При том, что эти платья прилегающих силуэтов, они выделяют все ваши прелести. Отличный вариант. Угу. На каблуках, яркая помада. Ну, то есть, вот эти такие маленькие какие-то изюминки, они и делают вот женщину женщиной. Они... Белая рубашка, кстати, очень мужчины почему-то вот любят на женщинах белую рубашку. Понятное дело, не застегнутую тут до воротничка там. Ну, это уже зрозуміло, да, что да, вверх да, має расти. Вот, как бы говорят, потому что через нее немного проступает женское душа. Белье. А Вадим уже женская душа, да. Вот. Ну, вот они вот больше вот дальше как-то вот смотрят. Mm-hmm. Поэтому вот эти все наши, вот эти вот все какие-то очень маникюры, например, какие-то да, вот, вот невозможные с большими там ногтями. Они случилось. Это тоже не видят, и даже я бы сказала, что... Знаете, если 15 вот по опросам, не побачить. Нет, вот по опросам они больше от отвращения вызывают, как и маникюр, у которой там, например, уже немножко там износился. Mm-hmm. Вот мужчина скорее увидит этот недостаток, чем то, что как бы их долго делали вот такие вот длинные. Хотя я знаю, есть мужчины, которые очень любят длинные ногти. Ну, это такие... если в общем взять, да, ну, вот они больше любят аккуратность и... Ну, вот, ну, вот ничего такого, вот ну не надо там вот особо там закидывать удочку. Угу, вот. Я зрозуміла, а от інколи чоловіка кажуть, боже, яка вульгарна жінка. Угу. Що таке вульгарність? От давайте, щоб ми навчилися цю межу, да? Мовітон, щоб не переходити у цю межу. Що воно таке, ця вульгарність? Вот, кстати, мовітон, это же дурной вкус, дурной тон, да, но он же дурной вкус в одежде. И, в принципе, как в поведении человека, дурной тон – это когда человек себя вызывающе ведет, некрасиво, ненравственно. Ну, вот то же самое в одежде. Угу. То есть, вот если вы в одежде перебарщиваете, хотя, опять же, мода сейчас диктует некое такое перебарщивание, потому что, опять-таки, ну вот для выделяемости, что ли, какой-то, для того, чтобы вот... Для того, чтобы что-то новое было, да. Mm-hmm. То есть приходится вот несколько как бы выпендриваться, скажем mm-hmm. так. Поэтому, ну вот, знаете, как, по-моему, то ли Пабло Пикассо, то ли кто-то сказал, что вот дурной тон, он как бы двигает творчество. То есть вот без дурного тона не будет этого творчества. Mm-hmm. Потому что дурной тон – это как бы это какие-то рамки. А чтобы заходить за рамки, создавать что-то новое, ну, то есть надо вот все-таки... виходіть з них. От я хочу зачитати коментар від чоловіків. От на їхню думку, що вульгарність і поганий смак – це люрекс, накладні нігті, вибачте, і голий пупок посеред зими. Ну, от це теж те, що зараз модно, так? Да? От по большому счету. От ми бачимо, жінки бачать це на подіумі, вони це переносять в життя, виходять в цьому, а їм потім, як би, що це? І от у мене виникає тоді запитання, та чи варто гнатися за цією модою? Слідкувати за цими там прет-а-порте, оці всі фешн-віки, може це не потрібно тоді? Ну як тоді бути? Скучно, ми ж хочемо бути модними. Буде скучно. Так що, одягати мені... Все должно бути в, вот как-то вот место, время, вот так только.
То есть, если это какая-то встреча с незнакомым вам человеком, там вы познакомились, и вы хотите произвести какой-то фурор, то, скорее всего, не надо. Ну вот, давайте зупинимось. Ось подивіться. Да. От залиште, будь ласка, попередню фото. От якщо я одягнусь ось так модно і вийду от на вулиці Миколаєва, як на мене відреагують? Я думаю, що мужчина, любой мужчина подумає, що ви залізли в бабушкин гардероб, одели ее какие-то одежды, да, и ну вот и немножко дурочка. Угу. Вот. Ну как-то. То есть такие вопросы подобаются что? Ну вот, або я це сукню в зелену одягну. Ну вот, да, она совершенно не подчеркивает формы. Ось, але це модно. Она блестящая, да, конечно, это. Хотя, опять же, мы не видим низа. Возможно, она еле-еле прикрывает ваши ягодицы. И я думаю, мужчине понравится. Вот, опять же. Хто знаєте. Так, але ще таке запитання, от назвіть там 5-4 аксесуарів, без яких дівчина не може бути. От які необхідні для того, щоб бути і модною, і стильною, і гарненькою. Ну, аксесуари теж така річ, як... Ну, от не аксесуари, а може там щось в одязі, аксесуари. А, якісь базові речі, так? Якісь базові, так, от ваші поради. Це юбка-карандаш каких-то базових цвітів. Так. Там, я не знаю, чорний, ага. Синій, може бути, красний. Це біла рубашка. Обязательно. Это какой-либо лонгслив, водолазка. Угу. Не думаю, что они особо нравятся мужчинам, но, опять же, если у вас хорошая грудь, и это всегда обтягивающая вещь, да, то я думаю, что окей, сойдет. Подумайте. Да. Это маленькое черное платье, маленькое синее платье. Маленькие червоные, да, белые. Любое вот платье-футляр. Опять же, это шпильки, лодочки, особенно если длинные ноги, очень красиво, если даже без каблука лодочка. Ну, это брюки, которые будут обтягивать ваши формы. Я думаю, так. Фух. Ничего вообще страшного, да. Ще таке запитання. А що б ви як дизайнер ніколи б не одягнули або не зробили? Ви знаєте, как бы человек любой профессии, он настолько к этому всему по-другому относится, что я, наверное, как и не одела бы многого, так и одела бы в другой момент многое. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, наверное, я не тот человек, у которого надо это спрашивать. Но я вот, например, тоже люблю белые рубашки. Ну, вот очень простое что-то. Угу. Хотя и иногда и что-то. Так, отже, идеальный образ – это что-то простое, что-то небагато кольорів, тобто одно то. Вот да. Элегантная женщина. Вот что такое элегантная женщина? Да, что такое элегантная женщина? То есть это простой крой, угу. Но это, как правило, дорогая ткань, то есть, угу. Да, натуральная ткань, которая всегда смотрится... Не люблю слово дорого, но добротно. Uh-huh. Вот. Это цвета какие-то не яркие, но опять же не считаем красным, потому что я его считаю ярким цветом. Да. Это не сочетание кучи цветов. Вот. Это ну, какая-то вот такая изысканность, что ли. Ну, и ничего. В общем, когда смотришь на вещи, если отдельно от женщины, то они особо не привлекают. Угу. Ну, это хороший покрой, это хорошо сидящая вещь, из хороших тканей, и все. Знаете, как эта фраза от Коко Шанель? Если вы не запоминали, в чем была одягнута жінка, значит, она была одягнута идеально. Это было идеально, да. Так? Ну, и наостанок, таке запитання коротенько. Что означает быть сучасною жінкою в нашем світі и привітання для всех жінок? Ну, мы уже видели... Да, сюжеты про современных женщин. Современная женщина – это такая мультиженщина. Это женщина, которая в себе совмещает и работу, или какое-то призвание, и женщина, которая и за модой следит, и за своим телом, то есть она спортом занимается. Это женщина, у которой есть дети, которая любит своего мужа. То есть это вот такая вот женщина. Женщина, которых мы кучу видим там в Инстаграме, в Фейсбуке, и которыми вдохновляемся. Вот. И я хочу пожелать всем, чтобы все женщины, я знаю, что все сейчас пытаются это все совместить в себе, это, ну, это очень важно, чтобы хватало времени на это все и чтобы получалось. Дякуємо вам, дійсно, завітали. І ще раз вас зі святом. От залишатися теж такою позитивною, завжди яскравою. Ну, просто, мені навіть, здається, і маска не треба. Тут, абсолютно. А от можна було... Замислились і ви так само. Я думаю, всі жінки сьогодні замислились цією маскою. Ну, безумовно, жарти. Дякуємо вам. Я думаю, що головне, щоб очі горіли от від душі. Так? От тоді ми будемо завжди молодими, привабливими і гарними.